Братья и сестры, я хочу прочесть стих, который называется «Два воскресения». «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти». Откровение, 20 глава, 6 стих. Первое воскресение. Воскресение – это жить вторично, без ударов жизни, без ушибов. Это значит видеть Бога лично и не знать греха, не знать ошибок. Воскресение – значит, нету ночи, и не надо темноты бояться. Это мир, где все прекрасно очень, где всегда мы будем удивляться. Воскресение – значит, нету ночи, значит, гроб не нужен папе, маме, также милым деткам. Это значит, что никто не тужит, голову склоняя у могилы. Это мир, где нету злых, сердитых, где любовь зальет сердца до края. Те дороги к счастью все открыты. Так я воскресенье понимаю. Будет воскресенье и второе. Горе тем, кто живет тогда. Все гробы безбожников откроет воскресенье это для суда. Будет так, как им хотелось очень. Будет Бог и свет от них далек. Будет мир сплошной и темной ночью, с князнем тьмы, кто бездну все их увлек. Все воскреснут, скажешь, быть не может. Слушай, кто-то вздумал спать да спать, но приходит некто и тревожит, друг, тебе пора уже вставать. Как воскреснут? По закону Бога. Воссоздать нас так легко ему. Только воскресение второе я не пожелаю никому. Аминь.